Несмотря на мокрый снег и слякоть, на площади возле Дома культуры «Олимп» царит оживление. В этом году акция по сбору макулатуры и пластика впервые проводится на общегородском уровне. Как оказалось, сознательных граждан, душой болеющих за чистоту в городе, довольно много. Важно развивать у людей экологическое сознание, важно развивать экологическую ответственность, важно напоминать о том, что то, что нас окружает, это... В первую очередь не должно засорять наш город, на чистый уютный город Губкинский. И все это нужно и можно сдавать на вторичную переработку. Идейным вдохновителем акции можно смело назвать школу номер 5, учителя и ребята из которой активно принимали участие в мероприятии. Вот уже третий год там отходы разных видов собираются раздельно и сдаются в переработку. Мы проводим акцию по сбору макулатуры. В предыдущие два раза мы собрали более 8 тонн макулатуры, сэкономив тем самым жизнь порядка 160 деревьев. Вот сегодня у нас третья акция, которую мы уже решили провести как общегородскую. Два года назад в рамках благотворительной программы компании «Сибур» пятая школа выиграла грант на реализацию проекта «Экошкола», заинтересовав учредителей разумным подходом к использованию вторичного сырья. Значимость акции для города подчеркнули губкинцы, внесшие сегодня свой вклад в его чистоту. Участие в экологическом мероприятии приняли более 600 человек. Это очень важно, потому что должен быть город чистый, должны быть улицы чистые. Дети это видят, что мусор не должны выкидывать определенное место. Даже можно разделять эту бумагу, пластик. Они должны этому учиться. По итогам акции жителями собрано около 6,5 тонн макулатуры и порядка 1800 пластиковых бутылок, которые отправлены на вторичную переработку. Проведение таких экологических мероприятий поможет сохранить еще десятки деревьев и сделать нашу планету чище. Елена Винтер, Алексей Магин, новости Губкинского.